Полгода тому назад мы написали книжку под названием «Лестница в небо», в которой мы подробно объясняли про то, как устроены властные группировки, элитные группировки, как они взаимодействуют и так далее. Поскольку автор любой теории, если он претендует на то, что у него именно теория, должен эту теорию прикладывать к миру, я объяснял уже довольно давно, что в случае, если побеждает на выборах в Соединенных Штатах Америки Клинтон, то ее агентура здесь, ну, если быть более точным, то представители той же группировки, к которой она относится, будут проявлять очень большую активность в части устранения Путина. И, соответственно, противоположный эффект, если победит Трамп, то, соответственно, команда Путина должна будет приложить довольно большие усилия для того, чтобы, наконец, убрать представителей альтернативной группировки. А мы видим здесь явный совершенно результат. То есть то, что арестован Улюкаев, видный представитель Гайдара Чубайсовской команды, то есть той же группы, к которой принадлежит Клинтон, это естественный результат выборов в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что если бы результат был бы противоположным, то сейчас Улюкаев бы давал многочисленные интервью на тему о том, почему такие оголтелые коррупционеры, как Бастрыкин, Сечин, кто у нас там, Бортников и прочие, до сих пор находятся во власти, а не сидят в тюрьме. То есть то, что мы видим, это типичный совершенно результат тех глобальных процессов, которые произошли в мире после выборов в Соединенных Штатах Америки. Ну и заодно дополнительное доказательство того, что команда Гайдара Чубайса являются представителями крупной западной элитной группировки, конкретно финансистов. Их поражение на выборах в США и позволило вот осуществить эту операцию. Это чисто элитные разборки, потому что, ну вы меня простите, конечно, любой человек, даже в общем не очень близкий к экономике, просто читая интервью Улюкаева последний год, у него глаза лезут на лоб, и как вот это может быть министром? Ну, я, поскольку Улюкаева знаю года так с 93-го, то я могу сказать, он, конечно же, министром быть не может. Он не разбирается в экономике. Это человек, который вернейший, соответственно, как бы личный адъютант Гайдара, который получил свою должность за близость к телу. Их было несколько таких, Нечаев, Улюкаев, Мау, еще там несколько. Но это люди, которые олицетворяют собой команду. И до тех пор, пока эта команда знала, что ее, ну, выражаясь в российской терминологии, крышуют на Западе, у нее даже мысли не было, что с ней что-то может произойти. А вот сейчас с крышей что-то случилось. Я не думаю, что это вообще как-то связано в реальности. Ну, собственно, официально было сказано, что к Роснефти вопросов нет. Роснефть это госкомпания, то есть это... Ну и с учетом руководства Сечиным, это сегодня то, что называется условно патриотическая команда, условно, потому что в нашей стране патриоты никак не институциализированы. Понятно, что это не либеральная команда, альтернатива. Кстати, это команда, которую никак нельзя назвать находящейся под патронажем Трампа, например, поскольку у них нету никакого взаимодействия с Трампом. Это, кстати, одна из главных слабостей нынешней российской политики. То есть президентом Соединенных Штатов Америки избран человек, у которого есть своя команда. А у нас нету ни одной, хоть сколько-нибудь внятно описанной группы, которая могла бы с ним взаимодействовать. Собственно говоря, я не думаю, что я открою большую тайну. Когда я весной принял решение пойти в Госдуму, то у меня была мысль, что нам нужно создавать, ну хотя бы в Госдуме, фракцию, которая могла бы быть партнером тех патриотических сил, которые начинают идти в мире к власти в противовес либералам. Это
Марин Ле Пен во Франции, это Сара Вагенкнехт в Германии, это Умберто Босси в Италии. Это те люди, которые хотят, соответственно, вот Брекзит и Великобритания, и, наконец, это Трамп. Я с интересом обнаружил, что вот интереса к этому в стране не возникло. Было принято решение, что никто, кроме Единой России, нам не нужен. Это, я считаю, что это одна из самых крупных ошибок, допущенных Путиным за последние годы. И все же никак, на ваш взгляд, не скажется на покупке, да, ваш нефть? Все это? Я думаю, что это не имеет отношения к делу. Еще раз повторяю. То, что Улюкаев – это символ, это ближайший человек Гайдара, это, соответственно, абсолютный символ либеральной команды. Вспомните, как либералы оголтело его защищали, когда Путин решил его не назначать председателем Центробанка после ухода Игнатия. И как, как бы гнусно... Это Гайдара-Чубайсовская команда ругала Глази. Все вот это вместе очень показательно. Я недаром в начале интервью сослался на свою книжку, потому что именно в ней описаны вот это вот системное взаимодействие элитных группировок.